Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. У обладателя этого имени в бизнесе друзей нет. Люди Меркурия и сами это прекрасно понимают и на других особенно не рассчитывают. Этим людям не хватает выдержки и терпения. Они стремятся достичь результатов немедленно. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Характеристики и качества владельца имени усиливаются, если эти люди родились в так называемом периоде числа 5, то есть с 21 мая по 20-27 июня и с 21 августа по 20-27 сентября – самые влиятельные дни Меркурия. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.